Роман Геручу, ось повідомляється у прес-службі президента Російської Федерації про те, що начебто Україна цієї ночі намагалася нанести удар по Кремлю. І розповідається, що Кремль розцінює ось цю спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію і замах на президента Російської Федерації напередодні Дня Перемоги. Президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим, значит, военным чином, потому является легитимной военной целью. Если была такая операция, то здесь никакого терроризма нет. Это была операция по уничтожению военного объекта. Еще раз повторюсь, это верховный главнокомандующий и легитимная военная цель. Ну а то, что может быть такая операция, конечно, может быть, мы уже достаем, тем более до Москвы. До Москвы тут 450 километров, а у нас беспилотники ходят на дальность около 700, это возвращаемые, те, которые могут идти в одну сторону, где-то 1500. Ну и по заявлению нашего оборонпрома есть уже беспилотники с дальностью за 3000 километров. Потому ничего здесь нет такого необычного, но только это если уже конкретно они говорят о том, что было покушение на верховного главнокомандующего, так это не теракт, это выполнение боевой задачи. Теракт это вот то, что было, когда россияне ракетами убили десятки украинцев в Умане, вот это теракт в чистом виде. А вот то, что они подсвечивают как теракт, это боевая задача. Скажіть, але ось після цього, чи будуть вони, знаєте, як апелювати, наприклад, Путін не вийде на парад, або взагалі там, знаєте, його частково відмінять, і будуть казати, ось спроба ж замаху була, і тому ми не можемо це робити? Ну, можуть, звісно, у них причин не вийти на парад може бути дуже багато, діло в тому, що дуже багато парадів вже поотміняли, ніякого негатива по отміні парадів нет, тому... Ну, по информации этих же российских источников, то есть негатива на отмену нет, потому они попробовали, как народ отнесется к отмене, могут отменить, а уже неважно, какую причину поднять. И в том числе и эту, она в принципе логична. А відповіді якоїсь чекати? Вот скажите. Ну, дело в том, что ответка всегда это, опять же, террористический акт. Вот когда это вопрос стоит по ответке, это в чистом виде теракт. А мы, вернее, уже 10-й год под обстрелами россиян. Неважно, как любой обстрел обозвать, ответка это не ответка. Это ответка за покушение на, вернее, готовящееся или неудавшееся покушение на Путина, или это ответка по действиям Каплан, по Ленину, да, что угодно могут придумать и по Сталину, и вспомнить еще Чингисхана. Это ж неважно, как это подсветить. Военные действия россиян будут продолжаться, никуда они не денутся, до полного разгрома российской армии, до развала Российской Федерации. Мы будем под постоянным, уже можно сказать, террористическим таким колпаком российской армии. Здесь никуда не денемся. Надо просто принимать меры безопасности и все. Скажите, а ликвидация Путина означает закончение войны? Однозначно нет. Никакого. Дело в том, что Путин это просто говорящая голова сотни миллионов россиян. Мы воюем, и не Путин на нас напал. Путин озвучивает некоторые вещи, как-то двигает фигурками, но на нас напало российское общество. Эти две трети россиян, которые поддерживают войну, поддерживают геноцид украинского народа. Украинцы россиянам как кость в горле, они не знают, что с ней делать. Не проглотишь, не выплюнешь. Потому пытаются хирургическим путем геноцида в чистом виде от нее избавиться. Вот с кем мы воюем. Неважно, это Путин это будет, Патрушев, Медведев, Стрелков, Гиркин или Стрелков, Гиркин, неважно. Пока Российская Федерация не развалится, пока мы не закатаем ее в санкционную банку, пока мы не перестанем туда платить доллары, и они не смогут, в конце концов, пока они не смогут уже производить военную амуницию, они будут на нас нападать. Здесь оптимальный вариант – это не убийство Путина, если честно, это полное прекращение всех экономических связей
с Российской империей для того, чтобы остановить ее маховик, военный маховик и маховик производства вооружений. Вот как только последний доллар туда зайдет и больше не зайдет ни одного, оттуда ни одной пули к нам не прилетит. Каждый доллар, заходящий в Россию, возвращается обратно к нам пулей.